Всем привет! С вами Руслан, вы на канале Китаец Учился. Сегодня у нас на ремонт пришел очередной Samsung. Моделька у нас J330, J317 года. И вот эта модель, про которую я говорил, что слава богу, они перестали ставить AMOLED-ы на них. Слава богу. У нас замена дисплейного модуля. Дисплейный модуль у нас будет китайский. Здесь не AMOLED, здесь у нас IPS, не OLED, ничего. Поэтому берем спокойно китайский модуль, где-то стоимостью, по-моему, 1500. И спокойно меняем на китайский модуль. Особо разницы вы тут не увидите, а максимум увидите разницу в их цветопередаче. Такой, не сильную, и будет отличаться у нас оттенок. Пролили изопропанолом. Я забыл карточку. Я не в мастерской, забыл карточки все. Сейчас гляну, может быть, найду что-нибудь. Да, нашел старую качку, раньше пользовался. Сейчас я пользуюсь от стекол. Видели, все, наверное, посмотрят. Дисплей мне этот не нужен, поэтому его просто тупо отсюда ликвидируем. Таким вот методом. Это еще модель славится у нас постоянно отказывающим микрофоном. У них прям поголовно у каждого второго микрофон со временем отказывает. Там у них шлейф маленько неправильно сделанный, и он со временем усыхает, этот шлейф, и микрофон отказывает. Здесь вот такое уже сильное разбитие. Довольно-таки хорошее разбитие верхней части. Здесь даже стекло, кусок стекла оторвали какие-то негодяи. Приподнимаем. Здесь у нас имеется такая вот заглушка. Ее убираем, откидываем дисплей. Это у нас не iPhone, аккумулятор снимать не надо. Ну как не надо, но здесь можно и снимать. То есть здесь подсветка у нас не выгорит. Вот эти, конечно, остатки убитого стекла, их снять проблемнее всего. По-моему, кстати, есть на канале уже этот телефон. Ну, еще один будет. Че, их до хрена же ходит. Я уже, честно говоря, не запоминаю. Я еще не знаю, он заряжен, не заряжен. У меня есть новый дисплейный модуль. Для вас ссылочка на модуль в описании. Он, в принципе, похож на старый. Такая же железная основа у нас здесь. Шлейфик. Даже у нас тут клей к тачу, к шлейфу, такой же зеленый. Я не знаю, телефон заряжен, нет. Будем надеяться, что он заряжен. Ну, походу, нет, смотрите, заряжен телефон. Нифига себе, я думал, севший. Ну, там куска на стекле не было, поэтому как бы изображение-то вообще пропадало. А так, смотрите, что-то показало. Или я рано обрадовался. Кто-то, по ходу дела, рано обрадовался. Samsung. Ну и... Мне вот интересно, он включается или он просто троллит меня. У них бывало, да, что у этих Samsung там, ну, подолго включение. И да, вот чуть-чуть оттенки отличаются. На камеру не видно, но вот этот более блеклый такой оттенок родной. Это именно оригинальный дисплей, там видно сразу и позаду, и вообще. Так, тач отзывается корректно. У нас маленько прилип дисплей. Стоит, естественно, пароль. Подсветочку выкрутим на максимум. Попробуем у нас
экстренный вызов. Посмотрим за светы на... Ага, посмотрели за светы на черном фоне. Угу. Тач отзывается корректно. Верх у нас, в принципе, выезжает. Видели уже. Я думаю, дисплей полностью исправен. Тем более, у этих я уже товарищи покупал. Ставил. Даже цветом таким же он был. Я думаю, здесь проблем не должно быть. Теперь выключаем аппарат. Теперь мы уже убедились, что он функционирует. Сейчас я возьму, пойду еще одну штуку. А именно ватную палочку. И смотри, подлип маленько дисплей. Так, что за херня? Я же тебя выключу. Или я перезагрузил. Кто видел? А, да, забыл. Его же хер выключишь, пока этот пароль не введешь. Так что делаем проще. Отключаем подсветку, тогда туда особо металлическим ничем не полезем. У нас здесь скотч-то, в принципе, весь слез вместе с дисплеем. Здесь маленько по краям остатки остались. Да, глядище такая вообще ужас. Забивается, хотя рамочки прям вплотную тут в края. Забивается в края вообще от души до грязи. Блин, хочу купить сепаратор, все, денег не могу накопить. Просмотров на ютубе не хватает, чтобы монетизацию включить. Сейчас бы монетизацию включил бы и, в принципе, накопил бы, наверное, сепаратор. Сепаратор бы вообще не помешал. Зачищаем наши края. Грязь эту всю отсюда выдавливаем. Стеклышко какое-то попало, тоже нахрен отсюда. Не знаю, я особо весь клей не убираю. Такой видимый убираю, который мешаться будет. А который у нас не мешается. Он даже после высыхания, он даже лучше будет держаться. Возможно, я не прав, конечно, но я так думаю. По крайней мере, еще никто не пришел и не сказал, что у него отвалился дисплей после замены. Не вижу я заводской пломбы, кстати, на нем, но вижу следы попадания влаги. Вот здесь попала влага, видимо, когда-то этот телефон еще и намочили. На прошлой модели, это у нас 17-й год, там был 16-й, стоит AMOLED, абсолютно неоправданная цена телефона и в том числе дисплея, потому что AMOLED у нас дорогие, и там прям дисплей стоит так чуть не 4 рубля оригинальный. То есть китайский там тоже есть, но китайский там так не поставишь. Китайский там будет выпирать из рамки, очень ужасно будет выглядеть. Ну, можно, если прям сильно просят, то можно поставить на 16-й год, но лучше не стоит, я думаю, ставить туда. И вообще получается, если телефон разбили, ну, проще купить другой, выбросить телефон. А вот с этой моделью, уже с 17-м годом, здесь дела намного лучше дела. Samsung вроде как одумались, поняли, что ну не стоит ставить сюда AMOLED-ы. Ну и в принципе IPS неплохого качества тоже можно же делать. Так, смотрим у нас. Все в рамочку ляжет, да, аккуратненько все ляжет в рамочку. Телефончик все еще включенный. И, ну вот, не знаю, на камеру, наверное, будет не видно, но вот оттенок, допустим, кнопки и дисплейного модуля маленько отличается. Это не критично, оно в глаза особо не бросается, так что с учетом экономии денег, покупки китайского дисплейного модуля, вот данного,
Я думаю, это вполне оправдано. Это вполне оправдано. И лучше уж, знаете, кнопочка не в цвет, чем отдать 4 рубля за оригинальный модуль. Конечно, можно же переклеить стекло. Но опять же, у меня, допустим, нету аппаратуры. Ну и это же IPS. Ну да, IPS же, скорее всего. Вот это не IPS, это FT-шная матрица. Это же стоит денег, и ну нахрена заморачиваться, если можно купить китайский модуль. Да, есть аппараты, куда китайский модуль, ну, не купить. Допустим, вот я клеил недавно, это был третий, по-моему, 15-го, что ли, года. Там тоже AMOLED идет, и я туда ставил китайский модуль, ну, прям попросили, потому что у людей денег не было. Поставил китайский пшудок. Ну, да, подошел, все работает, но стоит так убого, прям, ну, я не знаю, это ужас. Ну, финансовое положение в наших краях такое, что, блин, приходится что-то изгаляться. Бывает даже бэушные части приходится ставить, когда люди прям очень сильно просят, что у них нету финансов. Теперь снимаем бомбочку, вот эту вот, отсюда сбоку я уберу, вот эту всю херню я тоже уберу. Смотрите, какая интересная вещь, здесь у нас почему-то наш герб Российской Федерации стоит год 2020, 5 месяц. Не знаю почему, я такое вижу первый раз, на прошлом, по-моему, не было дисплея. Откидываем. Так, проверим, подсветочка загорелась. Да, подсветка есть. И, естественно, ставим обратно вот этот вот щиток. Так, его еще нужно правильно же поставить. Надо еще собака со всех сторон ставится. Здесь у нас не было сеточки динамиков. Поэтому мы ее не забыли поставить. Если кто там наблюдательный сильно напишет, что мы забыли поставить сетку динамиков. Нет, здесь не было сетки динамиков. Телефон без сетки динамиков идет. Ее тоже никто не забыл, просто ее там нету. А, что у меня с фокусом? Маленько не сижу за камерой, сижу. Тут болтаю. Все, модуль у нас сел. Проверяем, в принципе, реагирует, отзывается. Я думаю, ничего не накрылось после установки. Теперь вообще телефон у нас контрастный. У нас рамка одного цвета, корпус у нас другого цвета, кнопка у нас третьего, теперь у нас дисплей четвертого цвета будет. Я опять собираю все на свои любимые прищепки. Прищепки больше не использую, они давят дисплеи. Пару раз давил я, даже не дисплей, дисплей это они скорее всего не давят, вот тачи страдают, да. Я беру теперь резиночки обычные денежные, 3 копейки в любом канцелярском магазине стоят. Они поджимают очень так сильный дисплей именно к корпусу. И ну, безопаснее они, потому что все равно растягивается потихонечку, меньше шансов навернуть дисплей после вклейки. Как вы помните, если мы наворачиваем дисплей после вклейки, мы его естественно оплачиваем сами, грубо говоря, работаем все в минус. Так, ну клей я тяну потом, как бы телефон я подсобрал, склеил, клей дотерем, сейчас он подсохнет, позвоним клиенту, алло, забирай телефон, клиент будет доволен. Вам, товарищи, спасибо за просмотр, с вами был Руслан, канал «Китаец отличился», до новых встреч, пока-пока.